окружение важно, понимаешь? Поэтому это твои эскизики, какой минус? Что ты лишил окружения, лишил этого всего, вот этих группировок красивых, этого всего, и сделал кушик, да, приблизил максимально, и как бы он получается портрет кувшина, а есть натюрморт. Леонид Эти занятия произвели на нас огромное впечатление. Мы узнали много нового и интересного. Лично для меня эти занятия имеют большое значение, так как я сейчас поступаю в художественный колледж. Но еще меня вдохновила искренность и преданность своему делу наших преподавателей, пусть и не на такой большой срок. Так получилось, что я никогда не был таким вот в въездных небольших городках, вся моя жизнь, как в столицах, то есть в Уральской столице, Петербург, Петербург, редко бывает в провинциальных, поэтому это было очень душевно, очень мило, как городок, очень красивая старая архитектура, да. Поэтому я желаю, чтобы он жил дальше, и как бы дальше годами, как говорится, процветал, рос, и не рос, не знаю, но вообще жил, и всем добра, спасибо. Юрий иконописец, да, и вот он может по достоинству оценить, например, фрески нашего собора, я думаю. Вот. Уникально все, ну что сказать. Юра практически сказал, да. Собор, резной иконостас, потрясающий, потрясающий. Фрески в академическом стиле. Очень красивый, иконы редкие. Николай Чудотворца, храм тоже ходил там. Необыкновенно никого. Такими арчами. Да, архитектура. Немного больно, что много таких разрушающихся памятников. Вот. Даже утилизировать не могут. Проваленными крышами. Хотелось бы, чтобы это культурный такой был. Какой-то центр. Чтобы инвесторы обратили внимание, да. Чтобы производства какие-то, чтобы какая-то жизнь, да, живая, вот, чтобы все возрождалось тут. Творческое. Вот Мария Александровна потрясающая, да. Энтузиаст своего дела, удивительный человек. Ну, чтобы люди приехали поработать, художники, здесь оставались. Дай Бог, дай Бог.